Давай. Ну, вот Mozilla. Как же ты в природе бы ела. Давай. Ну, хоть чуть-чуть. Что ты там проталкиваешь? Или пописила. Правильно, кишечник должен быть свободен. Ну, каким собачком ему повернуть? Он же бедный очупырился. Давай. Ну, еще двое, и все. Завтра мясца покушайте. Потом рыбки. Ну. Ой, это лишнее было. Отдай. Ну, отдай ты мне пинцет. Ну, зачем ты это сделала? Дай пинцет. Ну, дай пинцет. Дай пинцет. Пинцет отдай. Дай пинцет, боже мой. Лягушка повисла на пинцете. Кошмар какой. Ну, все. Ешь его, да? Да, пинцет. А если бы это был палец, то б ты меня съела. Ну, ладно, давай. Давай, переглатывай. Ну, что сказать вот жабе? Вот что ей сказать этой лягушке? Жабы назвать тебя нельзя. У жабы зубов таких нету, как у тебя. Уже гадко. Ну все, потеряли мы пинцет. Ну дай пинцет, пожалуйста. Открой рот. Так что если кормить лягушек, то, конечно, лучше бы с пинцета. Лучше бы ложить вообще на землю, но она ее почему-то не хочет есть. Просто с земли. А теперь пинцет мой съела. Ну, ты отдашь пинцет? Боже мой, у тебя же там зубы. Помогите. Ну, помогите достать пинцет. Он реально на нем висит. Ну, помогите. Ты там еще пинцет. Ну, лягушка. Ну, вот как в этом случае можно вытащить пинцет? Да вот никак. Давайте с пальцами лучше, да? Чтобы пальцы откусило и наверняка. Ой, каракатица большая. Спасибо. Главное, чтобы зубы были на месте, да? Дочка, ты большая женщина. Байкалкайтесь, скажи у меня. Самое забавное, конечно, у них лапки. Ощущение, что не ее. Зачем она ими? Пользуется или нет? Съешь червяка, пожалуйста. Пип-пип-пип. Ужас. Да, пупырки торчат. Ну ладно, второй поел. Испугал. Ну не так-то. Ну ладно. Неожиданно было, неожиданно. Дерзко и неожиданно. Ну все? Угу. Глазки он закрывает для того, чтобы дальше продвинуть пищу. Он так, скажем, продвигает ее глазками. Оп. Ну, неприхотливый у нас мужчина. Ну, а теперь таракашек, букашек. Тараканчики маленькие. Нет, все. Подождите, пожалуйста, она очень маленькая. Оп. Молодец, бровины лапками подвинуть надо. Оп, провалился.
Только без пинцета, пожалуйста. У меня нет третьего пинцета. Давай. О, молодец. Не потеряй его, пожалуйста. Оп. Ну, практически съел. Оп. Да, запечатлеть какое-то едите. Очень трудно. Правильно. Какой у него красивый цвет на спинке. Прямо очень такой салатовый. Завтра тоже будете рыбу кушать, месье. Ну, вот и успею, скажи, попробовать показать, как я кушаю. На таракашку безголового. Кто-то ему голову откусил, таракану. И остался таракан без головы. Вот весь домик перековеркал. Было все так красиво застелено. Все. Ну. Оп, молодчина. Вот. Но он у нас поменьше размерчиком. Прячутся они, попой зарываются. Погладить, конечно, не удастся. Ну, лапки такие же. Все, можете дальше сидеть в своем сфагнуме. Оп, извините. Он просто зарывается. Тут весь мох перековеркал. Вот так вот. Ну, а третий, он отказался от еды сегодня. Вчера плотно покушал. Не стал. Ну, двое хорошо поели.